Парадоксальным, но правдивым является тот факт, что уровень фестиваля «Дождь 2001 был определен не участием больших и ярких джазовых светил. Это Аркадий Шеклопин, Игорь Брин, господин Бутман посетил наш фестиваль вместе со своим биг-бендом. Это Андрей Кондаков. Но не эти музыканты определили высокий уровень фестиваля. А как ни парадоксально, это были дети. Дети, играющие джаз, на которых, на концерт которых и съехались мировые звезды. И вот в этом парадоксальность, в этом большая цель и перспектива фестиваля «Дождь 2001». Именно в конкурсе очень масштабном, в конкурсе очень профессиональном, с очень высокими требованиями и, самое важное, с очень объективной оценкой. Джемсейшн – магическое слово для джазовых музыкантов и их поклонников. Джемсейшн пробуждает второе дыхание у отработавших концерт-исполнителей, создает невиданные доселе ансамбли и вызывает ощущение настоящего джазового веселья. Это будет после фестиваля. А пока... I want to bring these Russian musicians to California. Джаз любим, он любим, особенно в Донецке, потому что здесь есть традиции проведения и фестивалей. Но теперь зарождаются новые традиции проведения конкурса. Я очень рад и поздравляю всех с этим событием. Профессионализм участников конкурса искренне порадовал членов высокого жюри. По словам председателя жюри Игоря Бриля, за будущее джаза можно быть спокойным. Если раньше в этом жанре были в основном музыканты-самоучки, то сейчас все больше профи с высшим образованием. Волнующие моменты, переживания, счастливый миг награждения. Обладателем гран-при международного конкурса джазовых исполнителей «Dodge Junior 2001» стало трио «Москва». Thank you.
конечном итоге я вижу, что за ними будущее. Будущее, по большому счету, это именно та музыка и тот уровень, который не стыдно показать уже в любом регионе земного шара. Это будущие настоящие профессионалы. Профессионалы с большой буквы. Nothing can
На пресс-конференции, посвященной фестивалю «Додж-2001», было много вопросов, очень разных и порой даже острых. Но организаторы фестиваля, председатель жюри Игорь Бриль, представители спонсоров, а ими стали новое поколение холодильников «Норд» и лучший оператор мобильной связи UMC, были на высоте. Джаз и его поклонники умеют постоять за себя. Там
И куманды лапаса, омуды совинда, сирежи гаса, и тихо мажину руку глаза даму. Перед вами сегодня были звезды джаза, звезды балета, а это звезда телевидения Ассоль. Ассоль. А с ней вместе Игорь Черник, город Москва, и Олег Ратобыльский, Донецк. Ассоль. Thank you.
В этом году исполнилось 30 лет концертной деятельности живой легенды. Мы хотим поздравить его, внести его в самые сокровенные записи о нашем фестивале. Мы хотим подарить ему на память, чтобы он помнил о сегодняшнем событии, саундтрек фестиваля. Он получит все записи этого фестиваля. И, соответственно, чтобы ему было удобнее слушать, он получит профессиональный музыкальный центр, чтобы было на чем слушать хорошо музыку, которая сегодня звучала в этом зале. Фестиваль «Дочь» Валерию Колесникову. Приятно, но второй и третий день — это фантастика просто для меня.
Джаз во все времена, с момента своего появления и до наших времен, действительно привлекал к себе повышенное внимание людей, понимающих и ценящих настоящую музыку и мастерство исполнителей. Техника настоящих музыкантов, мастеров джаза, принята в качестве учебного пособия для всех тех, кто плавает в огромном океане джазовых направлений и стилей. Поэтому можно сказать, что участие UMC в этом фестивале скорее похоже на дружескую встречу, чем на покровительственный жест. UMC тоже стало когда-то открытием для многих, заставившим людей изменить свое отношение к привычным вещам. И сейчас уверенно шагает, претерпевая изменения вместе со временем. Но, как и джаз, UMC оставляет за собой самое главное – качество, добротность и постоянство содержания. Thank you.
Джаз – музыка, уходящая корнями в далекое прошлое. Музыка, построенная на традициях. Джаз сегодня переживает второе, а может быть, свое третье рождение. Эта аналогия относится к Норду, который тоже переживает свое третье или, может быть, четвертое рождение. Поэтому с установкой нового оборудования Украина может гордиться новыми изделиями, и Норд в том числе тоже будет гордиться этими изделиями. Поэтому Норд вернет себе былую славу и станет на новые высоты. Я понял, что фестиваль состоялся, что фестиваль успешен. Тогда, когда такие мэтры джазовой музыки, как Джонни Ви, его знает весь мир, отложил свою поездку и возвращение в Канаду на один день для того, чтобы принять участие в джем-сессион. Когда Игорь Бриль, у которого график расписан на многие-многие месяцы вперед, отложил свой отлет в Москву и остался на джем-сейшн.